есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Дорогие мои, с вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Наталья Куприянова. Здравствуйте. Наташа приехала к нам из города Орла. Да. Вот. И это, ну, меня очень радует. Мы познакомились в городе Витебск на православном фестивале. Вы вели тогда, да, этот фестиваль? Ну, я уже не первый год туда приезжаю. Это соборный фестиваль, один из самых крупных фестивалей православной песни. Вот, планировалось, чтобы туда съезжались все лауреаты со всех концов земли православных фестивалей, вот на этот огромный фестиваль. Он бывает когда? Он бывает в начале августа. В начале августа, да, каждый начале год. Августа. Каждый год в одни и те же числа. Вот 31 июля мы начинаем и 4 заканчиваем августа. Ну, мы с ней познакомились там. А так не успели пообщаться, разъехались быстро. Ну, как это всегда бывает на православных. И договорились встретиться здесь, в Петербурге, по возможности.
на лаврских встречах. Вот, и теперь это все произошло. Я очень рад. Спасибо, Господи. Вот, ну, по поводу теперь этой песни, да, почему вы ее первую стали исполнять вот в сегодняшней встрече? Все очень просто. Именно с этой песни начался мой путь по православной фестивальной тропе. Я очень долго себя искала, песни я пишу с 14 лет, и вот только в 2004 году, то есть получается спустя 10 лет, как я начала писать песни, я попала на православный фестиваль в городе Орле, у нас в городе Орел проходил фестиваль «Святой Георгий». И именно там, на этом фестивале, я узнала о существовании вообще такое понятие, как православная современная песня. И поняла, что все песни мною написанные, оказывается, это то, что надо. Вот, и это было первое гран-при в составе дуэта «Параллель». Тогда я еще пела в дуэте с моей духовной сестрой Еленой Маловой. Мы впервые там очутились. Там мы встретили наших уже друзей, постоянных участников всех фестивалей, организаторов фестиваля. Это отец диакон Сергей Учинишвили, который нас и пригласил в Санкт-Петербург. Спустя там буквально 2 месяца мы потом приехали в Санкт-Петербург и выступили на фестивале Александра Невского здесь, в Лавре. Тоже стали мы лауреатами. В общем, мы собрали все гран-при всех фестивалей, которые можно было пройти на тот момент. Буквально все за один год сюда произошло. Вас это окрылило? Я бы так сказала, мы почувствовали, что мы нашли ту среду, где мы должны быть. То есть мы поняли, я, по крайней мере, поняла, как автор всех песен, я поняла, что мои песни кому-то нужны. Я увидела тех людей, которые слушают их, я поняла, что это не просто так Господь дает вот эти песни. Я не пишу так называемый по заказу, когда там просят написать на какую-то тематику. Мне все песни мои рождаются как дети. Я их вынашиваю и рождаю каждую. Почему вот эта казачья тема? Казачья тема, все очень просто. У меня в роду казаки. Вот, я из запорожских казаков. И, соответственно, конечно, у меня должно было быть в репертуаре такая песня. Родилась, это самая быстрая моя песня. Она родилась буквально вот с лету. Я ничего не придумывала, грубо говоря, взяла листок бумаги, взяла гитару и все написала. Вот так произошло. Это самая быстрая моя песня, которая, наверное, родилась. Ясно. Ну, и то есть казачья тема, она в вашем репертуаре, она... Обязательно присутствует, есть. Да. Я очень люблю казачий род, очень люблю с ними взаимодействовать. Оттуда-то вы ездили, показывали Запорожье? Все песни? В Запорожье я, к сожалению, не успела. К сожалению, не успела, но я думаю, что Господь все управит, и когда-нибудь и там мы споем эти песни. Дай Бог, дай Бог. Что вы нам еще сегодня, чем порадуете нас? Ну, я хотела бы вам спеть песню, которая олицетворяет, наверное, мое духовное состояние, потому что, ну, наверное, духовное состояние каждой женщины. Мы все женщины незримо чувствуем помощь и поддержку Пресвятой Богородицы. И, конечно, в моем репертуаре есть песня, посвященная Матери Божьей. Родилась она у меня после посещения одного из святых мест, которых я очень люблю, где часто бываю, кормляюсь там. Это Курская коренная пустынь. Над рекой стоит обитель, кругом тишь и благодать. Здесь так хочется щекой к каждой стеночке припасть. Я спешу сюда душою в час, когда на сердце боль, чтобы верой и любовью окормилось сердце вновь. Здесь душой отдыхаю, здесь я с Богом говорю и слезами обливаясь о спасении молю. Здесь молитва, как водица, льется чисто и легко, и душа моя, как птица, улетает высоко. И слышен благовест окрест: Христос воскрес, Христос воскрес. И словно к матушке родной я еду Курской коренной. Час, когда Богу мы молимся, славя державу свою, рукою своей Богородица стелит на землю зарю, разложила белые покрова, да на землю ступила босой, набрала водицы в рукава, напоила травы росой. Белая
твои крыла закрывают нас от горюшка, то святые покрова. Дева светлая, небесная, величаем мы тебя. Божья невеста, не небесная, Матерь Сына Божьего. Ветрами синими-синими стелит она благодать, чтоб дети земли стали сильными. Молится светлая мать, молит о каждой деточке, стелит покров свой на них, чтобы в годину мятежную нечисть не тронула пыль. Белая моя лебедушка, белые твои крыла закрывают нас от горюшка, то святые покрова. Дева светлая, небесная, величаем мы тебя. Божья невеста, не небесная, Матерь Сына Божьего. В час, когда Богу мы молимся, славя державу свою, любовью своей, Богородица стелит на землю зарю. Спасибо, Господи. Вопрос у меня возник, вот слушаю вас. А вообще вот Господь вам дал талант и дар, да? Господь же дал, да? А вообще трудно его нести, дар, женщине, ну, и осознавать? Наверное, не только женщине. Вообще, в принципе, каждому человеку очень трудно нести, когда он осознает, какой талант дал ему Господь. Потому что я как раз из тех людей, которые считают, что каждому человеку Господь дал какой-то талант. Просто одни его находят сразу, другим предстоит немалый путь пройти, чтобы его достать, чтобы его понять. И вот когда этот талант мы находим, мое мнение таково, что мы должны обязательно его приумножить, развить и отдать людям. Отдать для того, чтобы Господь посмотрел на нас и сказал: «Не зря, не зря я подарил этот талант». Вот для этого мы должны все для делать. Ну вот эта православная песня, так называемая, она же не приносит никакого дохода. Ну, часто спрашивают меня вот по поводу того, да, как вы вообще вот проживаете. Я говорю: да никак, во славу Божью. Просто всегда, если мы уповаем на Господа, всегда получается каким-то, ну, неведомым чудом, все равно приходят и денежки, которые необходимы для там того же путешествия, там, переезда и тому подобное. Ну, как-то с Божьей милостью вот всегда все переживем, называется. Конечно, порой большинство авторов-исполнителей испытывают, ну, в том числе и я, например, у меня нет своего диска до сих пор, потому что, к сожалению, вот «Орел» не располагает теми средствами, чтобы помочь православным авторам-исполнителям. Но, тем не менее, все равно находятся люди, которые помогают какую-то сделать запись в студии небольшую или еще что-то. С Божьей помощью, как говорится, всегда с Божьей помощью. Это тогда это получается особый вид подвижничества. Ну, вот это Господь, есть, конечно, наверное, там рассудит, что это такое. Но, может быть, это даже и хорошо. Что не так все гладко. Наверное, да, чтобы не расслаблялись. Пробиваться приходится. Чтобы не расслаблялись. А вот в Орле там слушают, забираются как-то. Есть у вас какой-то клуб православной песни или что-то такое? Вас слушают там? Ну, у меня есть свои зрители. Меня достаточно хорошо знают в Орле и за пределами города Орла. Что касается моих выступлений, слава Богу, благодаря, как говорится, только Божьей поддержке, в 2010 году я стала официально артисткой, артисткой филармонии. И, вы знаете, было достаточно трудно пролоббировать православное творчество, поставить именно на вот это русло. Угу. Потому что, конечно, филармония это предполагает определенные требования. Да. Но мы пришли, вот до этого параллели, мы тогда пришли с надеждой на то, что именно православное творчество будет продвинуто. И буквально
в этот же год, благодаря поддержке Полтавченко, вот Георгия Полтавченко, была нам вручена премия в области литературы и искусства. Это была первая победа православной песни вот вообще по России, скажем так. Он тогда еще в Москве был, Он тогда еще был в Москве, ага. Да, еще даже не предполагала, что он станет. Вот. И, наверное, на нас как раз эта премия и закончилась. Вот как раз потом его перевели сюда, в Санкт-Петербург. И для нас это была не наша собственная победа, а именно победа вот православной песни. И вот с тех пор я стала лоббировать именно наше творчество, православную песню продвигать. Сначала было трудно, но нам помогало то, что стиль моих песен, он все-таки предполагает такой синтез нескольких жанров. И поэтому к нам тянулась молодежь, потому что дуэтом параллельно мы исполняли фолк-рок, и, соответственно, молодежь подтягивалась. А то, что там звучали тексты православного характера, конечно, каждый потихонечку привыкал. То же самое, что происходит с Алисой. Да? Люди-то поют ее, а когда уже тексты начинают осмыслять, начинают уже... начинают действовать. Да, начинают действовать. Mm-hmm. Я считаю, что вот как раз вот цель всех авторов православной песни, вот как раз-таки вот это зерно православия через слово, через музыку, доступную, да, понятную молодежи, например, да, посадить вот это зерно в их душе. А уж прорастет оно, это уже мы отдаем на волю Божью. И я думаю, я вижу эти плоды, я вижу, когда абсолютно невоцерковленная молодежь через несколько лет, даже если она на какое-то время исчезает из поля зрения моего, да, через какое-то время они возвращаются, уже приводят семьи на мои концерты, и я уже понимаю, что вот она, вот они, первые росточки пошли. Это очень здорово, это очень хорошо, радует. Слава Богу, да, за все. Вот получается, это миссия какая-то. Ну да, так и есть, скорее всего, да. Ну и ответственность, конечно. Это очень большая ответственность. Потому что вот я не раз поднимал такой вопрос здесь у нас на передаче, о том, что сейчас творится у нас и православные песни. Угу. Берут шаблоны, угу, какие-то стереотипы, шансонные, угу, всякие, из зоны. Вот, накладывают православные тексты. И вот таким образом тоже пытаются где-то самореализоваться. Вот, но ищут. Это получается не искренне, а... Сейчас вот как раз сейчас действительно очень много, я тоже замечаю, что и много эстрады стало появляться с текстами православными, ну потому что это сейчас на гребне волны, это требуется людям, они ищут этого, конечно, каждый пытается подстроить. Вот другое дело, вы знаете, я когда сижу в жюри православных фестивалей, каким образом мы вот отслеживаем этих истинных ценителей, истинных вдохновителей и носителей православной песни, вот когда в глазах действительно чувствуется, что он поет и осознает, о чем он поет, идут мурашки по коже. Потому что, вы знаете, вот это вот надо по мурашкам вот это вот все понимать. Потому православные что, мурашки. Да, православные мурашки. Это очень здорово, когда молодые, у нас есть молодые авторы-исполнители, которые выходят, они поют осознанно прекрасные тексты. То есть мы уже понимаем, что, слава Богу, какой-то период затишья он был, он прошел, что сейчас уже начинают появляться новые авторы-исполнители, которые пришли к осознанию того, что нужно писать, и хотят писать такие тексты. А как вы образ свой сохраняете? Вам же так, что как вы поете это все и говорите, нужно еще соответствовать тому, что вы делаете. Все очень просто. Меня часто спрашивают, как я пришла вот к вере. Родилась я в городе Брянске. В семье я была долгожданный ребенок. У меня два старших брата, разница в 12 и 9 лет, очень долгое такое ожидание девочки в семье. Вот, и вот я родилась, и получилось так, что в 2,5 года я сама попросила меня покреститься. Это были 80-е годы, соответственно, говорить о том, что куда-то в церковь, это вообще можно было не говорить лучше. Но вдруг я очень сильно болела. У меня был... тахикардия очень сильная, в общем, сердечная недостаточность. И врачи давали очень нехорошие
прогнозы абсолютно. Ну, однажды утром я проснулась, подошла к маме и сказала, так растолкала ее, говорю, мама, мне сказали, Господи, Господи, сделать, и перекрестилась. Благо, вот что Господь вразумил мою маму, и она не пропустила это мимо ушей. Mm-hmm. Она меня взяла на руки и увезла в город Трубчевск. Это район Брянска. Это мой родовой город, оттуда все мои корни. Это, кстати, город, где родился Баян, который написал «Слово полку Игореве». Так что, может быть, оттуда у меня все эти таланты. И когда мы приехали, меня покрестили, вот 2,5 годика мне было. И вы знаете, самое большое мое воспоминание детства с этого момента, что я, когда открыла глаза, я видела, как ко мне сходит Господь. Я долго, вот уже в взрослом состоянии, попыталась вспомнить, почему я помню, что происходит в алтаре. Думаю, алтарь же для девочек недоступен. И тем не менее, я помнила прекрасно, что вот эта фреска «Иисус Христос», «Воскресение Иисуса Христа», вот как раз-таки, я видела, как будто он живой. Ну, детское восприятие, да, вот это вот. Я не могла вспомнить. Потом я, в общем, помучила свою крестную и сказала, говорю, да, вспоминай, когда меня крестили, что это была за неделя, может, праздник, может, еще что-то. Она говорит, ты знаешь, по-моему, говорит, вот я помню, что был какой-то большой праздник, после этого, говорит, очень часто я говорю, так это, скорее всего, это была либо пасхальная светлая седмица, когда врата открыты, соответственно, mm-hmm. когда мне поднесли их к вратам, они были открыты, я видела все, что там происходило. Mm-hmm. Я говорю, вот оттуда у меня и воспоминания. И вот с этого малого возраста, в семье, где не говорили о Боге, я, маленькая девочка, несла эту веру. То есть это Господь, только Господь мог мне вот это вложить. А в 14 лет я начала уже писать песни и писать стихи на эту тематику. То есть всегда беспокоило меня. Сейчас мы немножко прервемся, потому что пришла пора спеть песню. Да. Вот. Я хотела бы спеть песню, которую я написала о моем сыне, который сейчас, к сожалению, а может быть, к счастью, стал ангелом несколько лет тому назад. От онкологии моего мальчика не стало. Но, тем не менее, у нас появился свой ангел-молитвенник. Вижу свет, в твоей улыбке вижу мир, как радуга меняет цвет. Ты так любил, и поднимается заря, я слышу музыку небес, радость моя. Христос воскрес, пропой со мной Царю Небесному хвалу. Каждый твой день, за каждый твой вдох его благодарю. Спою и радугой ты подмигнешь с небес. Христос воскрес, воистину воскрес. Весной наполнится земля, и птицы громче запоют. Ты знаешь, только для тебя и я пою. И в небо рвется птичий крик, и облака рисуют крест. Радость моя, Христос воскрес, пропой со мной Царю Небесному хвалу. За каждый твой день, за каждый твой вдох его благодарю. Спою и радугой ты подмигнешь с небес. Христос воскрес, воистину воскрес. Ты где-то очень высоко, тебя скрывает солнце свет. Тебя я чувствую легко, ты мой рассвет. Молитвой песня улетит, слова как гром звучат о крест. Радость моя, Христос воскрес.
небесному хвалу. За каждый твой день, за каждый твой вдох Его благодарю. Спою и радугой ты подмигни с небес. Радость моя, Христос воскрес. Радость моя, Христос воскрес. Радость моя, радость моя. Господи, вот и прежде все сказано. Трудно что добавить. Может быть, только то, что Господь помогает, да, все это перенести. А без Божьей помощи-то... Это просто нереально пережить без Божьей помощи. И я благодарю Бога за то, что и Он давал эти испытания, потому что, наблюдая за моим ребенком, как он уходил, уходил он глубоко верою, был пятилетним ребенком, но такое было ощущение, что вот этот за маленький период времени, который Господь отделяет вот этим детям, онкобольным детям, что за это время они проживают огромную-огромную жизнь и уходят уже такими старцами, потому что они очень мудрые, очень мудрые. Порой, когда он начинал говорить, и говорил он очень тяжело, но иногда такие вещи рассказывал, о которых даже задумываешься, думаешь, Господи, ты прожил уже столько времени, свою жизнь взрослую, думаешь, ты такой умный, а на самом деле такой глупый по сравнению с этими детьми. К сожалению, вот эта первая часть нашей передачи подошла к концу. Вот. Ну, встретимся во второй части, поговорим еще. Хорошо. Дорогие мои, передача «Лаврские встречи» закончена. Ждите нашего следующего эфира. С вами был священник Анатолий Першин и Наталья Куприянова. Спасибо, Господи.